чипсами, от них никакой пользы нету вообще-то. Если ты не знала, там нету витаминов. Яйца надо есть. И мясо. Вот поешь хорошо, и мозги заработают. Будешь у меня отличить, пятерку получать. Возьми кисель. Можно поесть, можешь доливать вот так. Покушаем, моя девочка, покушаем. Мам, я двойку получила. Мама! Опять двойка! Вот как вы меня все достали, у меня 7 детей, что ты ноешь? Не могу собой заняться, вот даже прическу не могу до конца доделать. Не ной сейчас, а иди занимайся. Уроки надо делать хорошо, а не в ТикТоке сидеть. Не расстраивайся, просто надо хорошо делать уроки. И вообще их хоть когда-нибудь надо делать. Маша, за сколько ты эту кофточку покупала? Мам, я двойку получила. Подожди, Маш. Что случилось опять? Мам, я двойку получила. Ну проходи, раздевайся, что ты тут стоишь? А, алло, Маш, ты тут? О чем мы там разговаривали? Короче, я купила такую же кофточку за 5, а ты сказала, что ты купила за 3. Давай, проходи, раздевайся, потом поговорим. Хотя мы покупали в разных магазинах, но они были одинаковые. У тебя даже было лучшее качество, поэтому... Мам, что же делать? Как в ТикТоке зарегистрироваться? Мам, я двойку получила. Ничего удивительного. Ты, наверное, уборщицей хочешь стать? Очень хорошо училась. У меня ни одной двойки не было. Мам, я двойку получила. Ничего страшного. Всего месяц без карманных денег. 4 дня без компьютера, 3 без телефона. И год без сладкого. Что? Мам, я двойку получила. Мам, я двойку получила. Я тебя очень понимаю. Это так обидно и несправедливо. Я бы тоже обиделась, если бы мне двойку поставили. Под нее никогда не ставили. Надо отдохнуть. Мама, я двойку получила. Что? Будем заниматься. Мам, ты непонятно объясняешь. Милована, хи-хи.